Всем привет! Я продолжаю играть в игру March Matter. Соедини все, что имеет значение. Ну вот, наконец-таки я получила кустки ткани 8 уровня, которые собираются у нас из ниточек, которые мы получаем из швейных станков. То есть это предмет 2 уровня получается. И давайте выполним задание. Положить коврик для йоги. Так, энергетический бокс нам дали. Вот так. Собака морды вверх, собака морды вниз. Планка. Чатуранга. Уф! Вау! Когда там уже моя любимая шавасана? Так, следующее — созвать семейный совет. Для этого нужно снова вот такая вот сковорода 6 уровня. Предмет, который собирается из лопаточек, который один раз, только один такой предмет выпадает из брусков последнего уровня, то есть тоже предмет 2 уровня получается. Так, сейчас я посмотрю, что у меня есть с этими вот. И один просто простой молоточек. Сейчас мы посмотрим, что-то у меня из этих предметов было. Я собрала вот такую кастрюлю, которая следующий уровень. Да? Давайте я ее раскалю на две части. Тем более, что у меня собралось много вот таких волшебных палочек. И простой один молоточек. Отлично, готово. Ну что ж, давайте созовем семейный совет. Потому что этот предмет, эту сковородку добывать очень долго. Выполним. Дедуля, тетя, Рита опубликовала статью, в которой мы выглядим мерзавцами. Знаю, Кэти, эта женщина мне сразу не понравилась. Так вот, почему со мной не поздоровалась соседка. А я думаю, может, обидел чем? Хочет получить наш дом за бесценок. Не на тех напала, не видать ей особняка. Это верно, но что нам делать с тем, что полгорода с нами теперь не здоровается? Хороший вопрос. Выслушать предложение тети. Для этого нам нужно отдать вот такое вот средство из бонусных предметов, которые получаются. Видите, 6 уровень. Оно собирается из мыла, которое выпадает из шкафчиков с тряпочками. Так, 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 у меня оно хорошо, что есть. И еще нужно отдать пульверизатор. Пульверизатор из тех же шкафчиков 6 уровня предмет. Давайте попробуем его заработать. И посмотреть, что же нам тетушка скажет. Тем более, что у нас там вот энергетический бокс есть. И вот, смотрите. Так, а у меня нет никакого предмета такого из них? А, нет, нету. Все я их отдала, эти предметы. Сейчас пульверизатор. Я думаю, что мы сможем собрать. Так, сковородку мне надо вернуть на место, чтобы она нам тут не мешалась. Я стараюсь, когда у меня остаются ходы, добывать какие-нибудь предметы, которые нам в будущем могут пригодиться. Ну вот, пульверизатор готов. Довольно-таки быстро я его собрала. Выслушать предложение тети. Я этого так не оставлю. Все те, кто пытался поточить зубы о Розу Грин, записывались в очередь к зубному врачу. Что же нам делать? Можно поговорить с соседями. Нам никто не поверит. Мы поразим Риту Тайру ее же оружием. Используем интернет. Так, пока мы будем использовать интернет, давайте для фитбола что-то мы тут соорудим. Итак, нам нужно отдать вот такую банку с красками 5 уровня. Она у меня тоже есть, как вы видите, ха-ха-ха. Она тоже собирается из бонусных предметов, с тюбиков с красками, которые выпадают из ящиками с инструментами. И вот, вот такой нужно отдать циркуль 7 уровня. Вот он собирается у нас из ластиков. Из ластиков тоже бонусный предмет, из кофейных машин. У меня есть вот предмет, смотрите, вот как раз вот такой. Это предыдущий уровень. Давайте я его лучше раскалю. Вот так вот. И можем выполнить. Давайте. Весело пошло все.
Ведь Бог развивает силу, гибкость и скорость реакции. Силы мне сейчас нужны как никогда. Вот такой мяч у нас появился. И дальше коврику входной двери. Ну вот, опять застряли. Вот этот я довольно-таки быстро соберу, да, клей, потому что он из скотчей, из бонусных предметов добывается, из ящиков с инструментами иногда вот выпадают скотчем. Это мы быстро соберем. Ну вот это снова нужно ткань собирать. Мы только что отдали 8 уровня куски ткани, теперь надо просто ткань собрать 7 уровня. То есть опять идем, вот собираем опять снова. Вот видите, у меня еще лампочки еще вот в работе. Как только они отработают, так сразу вот добываю, смотрите, вот такие коконы. Их соединяем, получаем, вот, собираем станок 6 уровня. И из него уже нити. Это нам чуть подольше надо будет. Ой, смотрите, даже 2 я таких получила сундука. Ну, давайте я их разберу. Энергетические боксы. Вот у меня тут 200 энергии будет, потому что они мне в будущем понадобятся. Пока они мне не нужны. Как вы видите, энергии у меня пока достаточно. Вот еще 40. Эту одну можем забрать, чтобы она тут не мешалась. Ну что ж, господа мои хорошие. А вот еще одна. Что ж, мои господа хорошие, потихонечку будем вот собирать снова станочек. Вот, снова ткань зарабатывать. А вот этот вот предмет, вот сейчас вот мне просто надо 2 скотча, чтобы выпало, чтобы я его уже собрала. Я не буду раскалывать, я думаю, что я тут без проблем его получу, сказала. И начала мучиться. Вот клей выпал. Кстати, клей надо тоже будет понасобрать. Видите, у меня клея совсем ничего не осталось. Вот, можно, клей тоже снова собрать в банку с краской, то есть не клей, а краски пособирать. Как вы видите, иногда краска вот целую банку сразу просит у нас. Вот еще. Вот заодно и соберем. Раз я решила скотч добыть. Вот у меня такой же инструмент был. Не хочется, смотрите, так просто скотч мне выдать. Зато клей вот нам выпадает. Вот такая уже баночка у нас тут есть. Ну, выпадет. Никуда он не денется от нас. Вот так вот. Не хочет. Смотрите-ка. Иногда они выпадают прямо партиями. Вот, клей выпал еще один. Ну ничего, я соберу чуть попозже. Это не проблема. Главное снова собирать ткань. Снова вот собирать цветы. Я все еще собираю тут огромный вот сюрприз. Присюрприз. Наконец-таки я собрала кусочки ткани. И давайте коврику входной двери постелим. Отличный коврик. Теперь в доме будет еще чище. Что же теперь? Попросить помощь у Мэйли. Для этого нам нужно собрать, смотрите, какой-то напиток. Такого еще не собирала, 11 уровня. Вот это будет не скоро. Это не скоро, потому что хоть у меня и есть кое-что из напитков. Посмотрите, у меня на данный момент есть уже 8 уровень. Но все равно много их, и вот еще вот есть 7 и 8, но все равно много их не дают. Как вы понимаете, я вот до сих пор вот собираю цветы. Так, цветы потихонечку, тут еще не дают, как вы видите, потихонечку собираются. Вот так. Вот, видите, соты вот у меня уже вот собираются. Сотые ящики. Так, а вот смотрите, сколько мне дадут только за один раз стаканчиков. У меня 3 кофейных машинки. Таких вот. Много их не дают, поэтому
Придется какое-то время их пособирать. Так, будет не так быстро. Вот такую кружечку можно за один раз собрать. И еще чуть-чуть стаканчиков. Вот, сейчас увидите. Так. Вот так вот фактически. И все на этом. И придется теперь ждать, пока снова генераторы смогут что-то нам выдать. Ну что ж, до следующих встреч. Пока. Пока-пока.